Моцарт попадает в рай, его встречает Господь Гоф, Господь Бог, и говорит: «Вольфганг, знаете, я подумал, решил, я хочу, чтобы вы стали дирижером моего божественного оркестра». Моцарт: «Для меня большая честь. Господи, спасибо вам огромное, я постараюсь не подвести, но у меня один вопрос». Он говорит: «Какой?» «А как же Бах?» «Бах – это я». Это хорошо. Я не знал этот анекдот. Я действительно не знал. Это очень смешно.